Доллар США завершает неделю ростом к полуторагодовому максимуму. Причиной спроса на американскую валюту стали данные по инфляции, в соответствии с которыми был зарегистрирован самый быстрый рост потребительских цен с 1990 года. Какие публикации будут влиять на торговое настроение инвесторов на следующей неделе, об этом в нашем очередном видеокалендаре трейдера на канале InstaForex TV. Оставайтесь с нами. Уже с самых ранних часов торгов понедельника участники финансового рынка получат очередную разочаровывающую новость из Китая. Конечно, стоит учесть, что правительство КНР немного ослабило регулирование, это позитив. Однако статистика этот позитив может нивелировать. Темпы роста объема промышленного производства в Китае, скорее всего, продолжат замедляться. Сентябрьский прирост был самым медленным с момента начала критического для всего мира времени – с марта 2020 года. А октябрьское значение, согласно прогнозам, будет еще ниже, что, конечно же, окажет давление на позиции валюты основного поставщика сырья в китайскую промышленность – Австралии. Во вторник с особым вниманием трейдеры будут следить за данными по рынку труда в Великобритании, а это будет обнадеживающая информация. Ожидается, что число нетрудоустроенных продолжит сокращение, сигнализируя о восстановлении после кризиса, а уровень безработицы останется на самом низком уровне с момента начала пандемии. Признаки готовности к повышению ставки, конечно же, скажутся на рынке покупками фунта. И таким образом британская валюта отыграет часть потерю доллара. Но уже на американской сессии вторника трейдеры могут изменить отношение к доллару. В фокусе внимания данные по розничным продажам в США за октябрь. Эксперты ждут, что в октябре сохранится прирост в 0,7% за месяц. Это очень даже высокий показатель. Но тут стоит вспомнить о крайне высоких ценах. Вопреки самой сильной инфляции за последние 30 лет, американцы продолжают наращивать объем покупок. Это хорошая новость для фондового рынка, но неоднозначно для доллара. Напомним, именно потребительские расходы формируют порядка 2 трети всего ВВП, то есть экономика продолжит демонстрировать рост, посылая сигнал ФРС о том, что в порядке и не стоит торопиться с повышением ставки, она и так сама справится. Возможно, доллар на этой новости может немного подешеветь на фоне роста аппетита к риску. Зато фунт, скорее всего, продолжит наращивать позиции. В среду готовятся к публикации данные по инфляции. Здесь, как и во всем остальном мире, будет фиксироваться ускорение роста цен, вынуждая Банк Англии пойти на ужесточение. Но так как монетарные власти в ходе своего последнего заседания выразила свое согласие о необходимости повышения ставки в ближайшее время, то вполне вероятно, что столь резкое ускорение инфляции поможет фунту в паре с долларом усилить движение вверх. Вы смотрели календарь форекс-трейдера на канале InstaForex TV. С вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок вместе с InstaForex.